Детские футбольные команды четырех районов Томской области встретились в Колпашеве, чтобы принять участие в открытом первенстве спортивной школы имени Оксаны Рахматуллиной по мини-футболу «Кубок чемпионов». Вновь 14 сентября юные дарования сражались за право называться сильнейшими. В гости к колпашевским футболистам приехали их сверстники из Верхнекетского, Каргасокского и Пробельского районов. Игры проходили отдельно в трех возрастных категориях. Первыми вступили в борьбу младшие спортсмены 2014-2015 годов рождения. Здесь участвовали 8 команд. По итогам встреч определился победитель. Им стала команда «Триумф» из Парабели. Второе место досталось представителям Каргаска, команде «Штурм», а бронзовыми призерами турнира оказались колпашевские футболисты из «Восхода-2». 6 команд соревновались в возрастной категории 2012-2013 годов рождения. В результате спортивных баталий победу одержали гости из Каргаска, команды «Эльбрус». Второе место заняли колпашевцы из «Торпеда». Бронза досталась участникам из команды «Быки» города Колпашево. В группе 2009-2011 годов рождения участвовали 4 команды. Безусловным фаворитом здесь стала команда «Колпашево». Второе место заняли футболисты из Каргасокского «Эльбруса». Третий результат – у колпашевской команды «Торпеда». Награждения победителей и призеров турнира проходили сразу по окончании игр в каждой возрастной категории. Командам вручили кубки, медали и грамоты. Тренеры получили благодарственные письма за подготовку спортсменов к соревнованиям. Среди колпашевцев – это Павел Мороз, Борис Кунцев, Виктор Скирневский и Дмитрий Зайцев. Отдельно были отмечены самые результативные игроки турнира в разных возрастных категориях. Лучшим защитником стал Савелий Шаповалов, лучшим нападающим признан Иван Лаптев, вратарем Павел Козырев, лучшим нападающим оказался Максим Чибиров, вратарем Данила Кузеванов.